Город Савона, Италия. Мы на фестивале актеров и переводчиков дубляжа. Я беседую с одним из мастеров этого дела. Этого дела. Диомидом Виноградовым. Или Диомидом Виноградовым. Без разницы. Я беседую с ним. Вот это главное, ключевое. Диомид, скажи, пожалуйста, очень часто поступают вопросы от любителей дубляжа, от любителей, которые считают это дело перспективным и прибыльным. И грешным делом стремятся туда, не имея на то, ну, может быть, нужных навыков, должного образования, понимания профессии, способности работать у микрофона и так далее. Скажи, так ли это? Выгодно ли? Стоит ли стремиться? Ты хочешь, чтобы я честно ответил на этот вопрос? Да, да. Находясь здесь, вот на фоне яхт. То есть ты считаешь, что пришла пора, настало время раскрыть эту глобальную тайну, которую наша мафия хранила долгие годы, я бы сказал, века. Но ты мне сам показывал сегодня переписку с интервьюером, который пытал тебя именно на эту тему. Выгодно ли быть актером и режиссером? Да, но я пудрил ему мозги. А вот теперь правду скажи, пожалуйста. Ты считаешь, вот нас потом встретят на родине хорошо? Ну ты расскажи правду. Ну правда такова, что актеры и режиссеры дубляжа, переводчики получают огромные деньги. Ну просто баснословные деньги. Ну ты же просил правду. Говори. Денег действительно очень много. Они все зафиксированы в налоговой. То есть для налоговой это не секрет, скажем так. Мы можем говорить об этом открыто. Вот. Куда мы деваем эти деньги? Следующий вопрос, который у вас может появиться. Ну, куда мы их деваем? Ну, раньше куда-то девали, сейчас появилась цель. Вот, вы видите ее сейчас на обзоре. Моя рука указывает. Вот, эта цель яхты, конечно же. Я считаю, что это перспективно. Доплыть можно куда угодно, из откуда угодно. Приехал на метро на Киевском вокзале, пересел на собственную яхточку. И ты уже на парке в другой студии. Это во-первых. А во-вторых, всегда можно доплыть до Санкт-Петербурга. А потом, смотри, ты на парке раз и на Синелаве уже. Да. Опять-таки же. Она на набережной стоит. Конечно, конечно. Очень много студий находится вдоль каналов. Ну и опять-таки с ветерком и не так душно, как в метро. Ну это во-первых. Ну, конечно, дорого. То есть все ради этого? Дорого, дорого. Ты ради этого работаешь? Мы работаем не ради этого. Но раз так получается, и мы получаем много, ну так получается. Надо же куда-то это все девать. Слушай, ну ходят слухи, что у тебя несколько квартир. И машин. Это за счет дубляжа все? Ну, конечно. А за счет чего? Я только этим и занимаюсь. Конечно, за счет этого. Вы можете порадоваться за меня. Я сегодня прикупил себе одну маленькую, ну, правда, пока не яхточку. Это такой пробничек. Ну, дают пробнички небольшие. Вот, вот этот пробничек. Вот надувная лодочка. Вот, пожалуйста. Буду осваивать. Тоже дают как понюхать, да? Ну, пригубить. Понюхать дают в других странах, вот, прикурить в третьих, а здесь просто пригубить. Можно купить, ну, будем называть это так. Понятно. Вот, и буду осваивать. Я не знаю, есть ли у меня морская болезнь, нет, будет ли меня с души воротить от самого процесса катания на вот этой вот резине, резиновой яхте. Ну, не знаю, ну, вот яхты можно покупать, пожалуйста. Я знаю, что у многих наших коллег есть. Ну скажи, яхты. Если ты начинал с нуля, да. Значит, если деревянные ты лодчонки. Обладатель, да, сутлые обладатель нескольких лодчонки. Квартир, да. Нескольких загородных машин. Домов. Да, да. Ну что? Сейчас что? Вот будет у тебя премьера яхты, ты приобретешь. Да, да. Что ты скажешь тем, кто стремится в это дело? Легко этого добиться? Конечно же, это легко. Это легко. Трудно можно ли обмануть профессию? Можно. Ну, конечно, можно. Нужно ее обманывать? Конечно. Если ты актер, ты можешь обмануть кого угодно. Даже я могу обмануть вас. Вот сейчас. Вот что мы, собственно, и делаем. И делаем. Всем доброй хорошего ночи. Настроения и доброй и пусть, ночи. И пусть вам приснится это яхта. Это сказка. Яхта в Пальма-де-Майорке. Подайте, пожалуйста. На Мазерати. Артистам дубляжа, которых обирают все студии, платя нам копейки. Это моя кепка. Подайте, моя кепка. Нет, это подайте на Мазерати.